Мы шагаем домой. Марина, покажи, какие у тебя цветочки красивые. Да, и Ваня тут маме цветочки, да, Ваня? Нет, там не надо далеко ходить. Пойдем, Ваня. Да, еще один сорвал цветочек. Молодец. А не одно, что маме букетик набирает, да? Да, ух, он этот одуванчик тебе в глаз попал. Ветер попал в глаз тебе. Ну, шагай тихонечко, шагай. И вот так вот тихонечко мы идем домой. Да, да, да. Ладно, шагаем потихоньку домой, а то сейчас дождик будет. Дорогие друзья, мы решили свою ягодку собрать. Вот столько я уже набрала. Ну, вот получается одну вот такую вот кружечку. Сейчас еще пойдем насобираем и дадим деткам. У нас вечер. Мы решили собрать ягоды с клубни. Ну, клубнику с грядки. Сейчас покажем все, что собрали. Честно, устала очень к вечеру. Дорогие друзья, набрали целую тарелку ягод. Сейчас помоем и дадим деткам. Вот это вот наш первый хороший урожай. Дорогие друзья, мы с мужем съездили на оптовую базу. Короче говоря, что купили? Купили корм для курей 4 мешка. 4 упаковки сахара на магните я уже брала. Потом в магните мы брали вот такое вот масло 10 бутылок. Там еще курица 2 штуки. Потом дальше мы в магазин заехали, взяли 10 огнеупорных кирпичей для того, чтобы печку делать. И также взяла вот такие вот светленькие обои 5 рулонов. Будем в зале переклеивать. Ну и одну упаковку клея. Вот такие вот в целом закупки были. Вот верите, нет, 10 тысяч ушло. Ничего не взяли. Ваня качается, да, Ваня? Ваня, покажи, как ты качаешься. Вадик, все, таскайте, зови Егорку, таскайте. Качается. Тайсон наш. Ошейник мы на новый, на него пока еще не одевали. Да, мой хороший Тайсон, Тайсон. Ой, как он маму любит. Он маму любит. Он у нас мальчик хороший, только иногда непослушный. Вода у него есть, вон там в кастрюле. Да, Тайсон? А то нам как-то писали, что у него воды нет. Нет, ребят, у него все есть. Тайсон, а, Тайсон? Вечером кашку опять вынесем. Вот так вот он к маме лезет. Он маму обожает, обожает. Ух ты. А конь здоровый. И Ванечку мы постригли, кстати, если кто не заметил. Ванечка теперь лысая головка? Да? Почему? Сейчас вместе будем. Сейчас пойдем с тобой видео монтировать, да? А, ты тут хоть сейчас маленькие, старших выгоним к тебе. Ванечка, сядь, переобуй обувь, ты неправильно обул. Видите, как он? Так вон нас тут сядь, вот сюда вот сядь, иди. И переобуйся, а то ты неправильно обул. Да, ты умеешь переобуваться, я знаю. Ты у меня... Куда пошел? Садись здесь и прямо. Вот садись сюда, иди. Ну, пойдем туда. В палатке ты переобуваешься, да? Ну, хорошо. Иди переобувайся в палатке. Фу, сегодня хочу мужа попросить, чтобы косилку завел и скосить везде траву, где только возможно. Покосить самой, поучиться покосить. Владик, ты мне косилку сегодня заправишь, я покошу. Ну, сейчас сходим, смонтируем видео и будем косить травку, да? Да, давай, обувайся. Дома хорошо, на улице тепло. Благодать. Да, Ванечка? Да, хорошо. Довольный? Ну, все, играйте. Ладно, пошла я монтировать, ребята. Так, дорогие друзья, решила сделать оладушек. Навела тесто. Хотела, ребят, чуть-чуть сделать. Вот серьезно говорю. Ну, в моем понимании, чуть-чуть это тазик получилось. Как всегда. Мне просто молоко прокисло. Литровый пакет, ну как прокисло, купила в магазине. Вроде дата стоит позавчерашнее. Открыла дома его, а оно кислятина голимая. Но факт то, что вот решила сделать оладушки на этом молоке. Что теперь, пропадать добро, что ли? И добавила еще там, дети не допили, кефир пол-литра. Ну и вот, видите,
Это я чуть-чуть хочу сделать. Целый тазик. Буду жарить вот на этой блинной сковородке. Сейчас пожарим, посмотрим, что получится. Ладно, приступаю жарить. Позже покажу, сколько у меня получилось. Тарелку приготовила для оладушек. Ну, это, конечно, маленькая. Но я знаю, что у меня дети всегда подбегают, сразу кушают. Поэтому и такое сойдет. Ладно, жарим. Вот, дорогие друзья, поменяла я блинную сковородку на эту, чтобы масло не брызгалось по сторонам, потому что масло брызгалось вообще ужасно. Да, на блинной сковородке быстрее жарится, но масло я себе все руки ошпарила, поэтому нет, переделала на эту. Вот такие вот оладушки у меня, вот видите, пышненькие. Получается, дети уже похватали, попробовали. Вот, продолжаем жарить. Тут еще целый тазик. Жарим. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, я продолжаю жарить оладушки. Уже нажарила целую мисочку. Сейчас покажу вам. Подождите, только секунду переверну. Уже нажарила вот такую вот миску. Сейчас положим деткам. И вот здесь вот уже продолжаю жарить. И еще полтазика теста. Честно, завела много теста опять. Многим не понравилась моя косыночка. А чем она не нравится? Вы всегда мне одевали. Настя, одевай косынку. Ну, говорили. Всегда мне то, что Настя, одевай косынку. Я одела. Вам не нравится? Ну, это, знаете, дело вкуса. Мне она, например, очень нравится. Она не слетает с головы. Потому что она на резиночке. Она очень удобная. Она быстро сохнет. После того, как я приготовила, я могу ее махом взять, ополоснуть, повесить на гвоздик. Она быстро сохнет. Просто идеально. Так что вот так вот. Я продолжаю жарить оладушки. Ну и потом будем заниматься дальше чем-нибудь. Так, наложила я оладушки со сгущенкой. Сейчас будут детки кушать. И у меня тут еще тесто есть. Дожариваю еще оладушки. Так. Видите, как хорошо жарится. Вот эта сковородка, что мне нравится, у нее... Одна сторона хорошо жарится, другая подгорает. Или наоборот, другая сторона слабо жарится. Видите, вот односторонние получаются оладушки. Но в целом, ладно. Готовим здесь вот полный тазик. Здесь вот еще, видите, перелаживаю потом сюда вот так вот. Еще целый тазик. Сейчас детки поедят. Кто сколько захочет, добавки положит еще. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, мои хорошие маленькие, короче, дети уже все поели, мне пока еще некогда. А, вот еще целую миску я еще нажарила. И жарю котлетки деткам, вот эти вот куриные осталось. Тут всем по одной штучке как раз будет. И хочу сейчас замариновать курицу, для того, чтобы тоже пожарить и какой-нибудь гарнир к ним сварить. Ладно, готовим дальше. Так, пожарила котлетки, решила на гарнир сварить гречку, поставила варить гречку. Пока гречка маринуется, еще замариновала куриные крылышки. Сейчас покажу, кстати, да. Кто скажет, сказала, а не показала. Вот, замариновала куриные крылышки. Хочу это до завтрашнего дня или сегодня вечером пожарим, или как-то сделаем. В целом, что сейчас сделаем? У меня есть два помидорчика, кучу огурчиков. На грядке есть укроп, лук и салат. Ну, листовой салат. Сейчас сделаем салат. Будем сейчас... Вот чего ты лезешь? Скажи, пожалуйста, мадам. Что надо? Я ей сейчас первый раз в жизни дала... Вот курицу разрезала и дала куриную фалангу. Вот это осталось. Съела, слушайте, съела. Это мордочка съела. Я никогда ей такое не давала, а тут решила дать. Съела, посмотрю, как у нее будет. Главное, чтобы не было аллергии. Эти кошки очень сильно аллергены. Ладно, дорогие друзья, что я все болтаю-то? Ё-моё, пора готовить. Мою овощи и нарезаем с вами салат.